Литературно-музыкальный вечер прошел в стенах областной ассамблеи народа Казахстана. Его посвятили жизни, а главное творчеству короля казахского вальса Шамши Колдаякова. В мероприятии приняли участие ветераны и творческие коллективы дворовых клубов, а также домов культуры. Раз, два, три, раз, два, три. Такт вальса облетает стены зала. За свою творческую карьеру Шамши Колдаяков внес в сокровищницу музыкального наследия около 300 произведений. Большинство в музыкальном размере три четверти, проще говоря, вальс. И сколько бы времени ни прошло, каждая песня, каждая мелодия все так же завораживает слушателя и заставляет невольно двигаться в такт. Творчество композитора знакомо и школьникам, поскольку каждое утро на линейке начинается с гимна, автором музыки которого и является Шамши Колдаяков. Когда мы были маленькими, то слышали, как родители напевают мелодии Шамши Колдаякова. А теперь наши дети растут под его песни, исполняя гимн республики. Творчество этого великого композитора буквально проходит через всю нашу жизнь. Таким образом, его композиции являются частью истории нашей страны. На литературно-музыкальном вечере были исполнены многие из известных произведений Шамши Колдаякова, и каждая трогает душу, то наполняя ее светлой грустью, то радостью и восторгом. Причем концерт выдался интерактивным, зрители стали частью выступления, и у кого хорошо получалось исполнить композицию, звучащую со сцены, получали денежный приз. Для зрителей выступали различные ансамбли, это члены клуба ветеранов, творческие детские коллективы, а также домов культуры. Алексей Кочмасов, Рустем Ищанов, Алихан Исказиев, Акжаик Акпарат.